Итак, привет, мои дорогие друзья, с вами снова Дублер. И сегодня мы сразимся за Риддика Бова против Холмса. Холмс здесь. Очень опасный парнишка, 806 побед. Очень страшный чел. Я чувствую его через экран, ребят. Дамаг конкретный стал. Просто убиваются тут бойцы, как, короче, очень быстро происходит все это. На левшу перешел. Хорош. Тычки. Он свои тычки делает. Но мы будем стараться с ним аккуратно себя вести. Мы вот эти два дня атака пробовали, все, ребята, уже. Короче, очень бешеный настрой. Это очень большой риск. Большой риск просто лежать на полу почаще, чем хотелось бы. Поэтому надо вести себя аккуратно, предельно осторожно. Вы видите, Ларри Холмсик, он стал немножечко помедленнее. Ага. Переключился чувачочек. Понял, что с левшой не особо интересно будет. Оу, ребят, он уже сечку нам заделал, представляете? Представляете, какие удары у этого чувачка? Он очень бешеный, ребят. Очень опасный. Мы уже знаем это. Дамаг стал просто, я сейчас скажу приблизительно, как я его чувствую. Значит, играл за ребятами с Дискорда, они там ставили полторашечку. Так, значит, полтора. Ну тут где-то 1,3, ребят, 1,3. Тут полторышки, конечно, не чувствуется, но 1,3,5 где-то. Я это чувствую, по бойцам, по импаду. Ощущения все эти, ребят, я прочувствую. Все это полностью прочувствую. Не зря я столько времени в игре. Поэтому я чувствую каждую детальку, ребят. Я не любитель, конечно, этого жесткого дамага. Никогда сам не менял дамаг. Играл просто чисто на умолчании, то есть как разработчики ставили, так и шло дело. Потому что, ну, это нереально, это очень слишком опасно, ребят. Я думаю, в боксе, в реальном боксе такого не может просто быть. Ну, не может чувачок так быстро отлетать просто-напросто. Это как будто, знаете, допустим, это профессионал и... Такой любитель просто с ним вышел подраться. Очень страшно. Жесткий парень. Поэтому. Но это еще дерется. Дерется такой. Не бешено. Но у моего бойца, вы видите, как вы видали, ребят. Ну сечки. Просто великолепно. По дамагу я немножко расстроен. Потому что это мне непривычно. Я люблю, ну, чтобы как более долгое время ты мог как-то держаться, а то тут ты просто уже как, ну, не знаю, вот как я до этого объяснял, короче. Как обычненький парнишка вышел с профессионалом подраться, он тебя сразу нокаутировал, просто-напросто разбил тебе все лицо, и ты, короче, остался без... хорош, он мне позаряжал, ребят. Так что вот тут очень страшно. Вы видели, что происходит с головой. Ребят, я же не зря, я чувствовал, я все время, в последнее время говорил, очень страшно, ребят. У меня предчувствие есть очень сильное. Потому что я понимаю уже, как все это происходит, как это все работает. То есть ребята слишком много кричали, плакали там, но продолжали есть кактус. Даже дамаг, когда был не сильный. Короче. Накрутили, короче.
ребятишки, наши разработчики в домах. И еще, даже если мы оставим этот дома, да, он нормальный, если мы его оставим, нам надо как бы восстановить, вернуть Альвареса в прежнее русло, потому что он был не настолько бешеным. Ну, как бы он мне напоминает такого крутого терминатора просто. И Фрейзер просто стал, ребят, он просто настоящий бронированный поезд, типа там, или как хотите называйте, короче, который просто идет тебе просто. Вот что ты встанешь вот на рельсах и стоит, поезд тебя просто снесет так его. Поэтому я бы рекомендовал все это поменять, ребяточки. Вернуть их в прежнее русло. Не знаю, что там разработчики как их сделали так. Как они там шаманили, но если уж так на топ дело пошло, все эти дома я оставлять, тогда этих ребятишек на двоих прям под корень резать. То есть, ну, резать, возвращать в прежнее русло. И тогда все будет по шоколаду. Ребят, все будет по шоколаду. Я вам говорю, я вам даю слово то, что я здесь провожу время. А это, значит, у нас получается 14-го обновление, да, вышло. И прошло. Как прошло? Ну, можно сказать, ладно, два дня. И я вот чувствую, ребята, я эти два дня, я просто был измотан весь. Меня тут убивали, ребят, просто убивали. Хоть и говорят там, ты чего это бокс, как тут убивать. Но мне в банальном, в прямом переносном смысле просто разбивали насмерть. Вы видите, на что похож. Это красота, да, это красиво. Ну, а в слишком сильных домах, надо сделать... Я бы сделал 1-1. 1-1, и это было бы просто потрясающе, ребят. Поверьте мне, как игроку с хорошим таким стажем, даже хотя бы возьмем эту игру, нашу любимую, мою любимую. Кстати, мне в Дискорде, ребят, заблокировали за... Ну, я там что-то немножко вспомнил про бананы, то, что они подражали, короче, и в итоге что-то там пошло дело, что у нас ребята вот с африканцы, ну, как бы они нам братья стали, короче, они у нас тут работают на птичнике. В общем, и меня, короче, там, то, что я, наверное, флудил, там, короче, смотрю сегодня утром, короче, я заблокирован, короче, ребят, нигде меня не любят, короче, везде меня просто за то, что я честный, справедливый чувачок, меня просто хотят, не, это даже не из-за этого, ребят, из-за того, что, смотрите, вы видели, сколько у меня смертельных, ну, пусть, не, ладно, не буду утировать, там, не все же, конечно, у меня там смертельный тайкод отлетали, ребята, но вы видели, у меня 700 с лишним нокаутов. Короче, ребята, из них, и как бы не соврать, конечно, я не хочу врать, я не хочу там, как вот все не похвалишь, никто не похвалит. Из них у меня там 200 штук, ребята, наберется под 200 точно смертельных апперкотов, ребята, и пусть они не верят. Хотят, не верят. Ребята, вы мне поверьте, вы все, кто в шоколаде со мной, кстати, ребята, 165 человечек. Это круто, спасибо большое. Спасибо за то, что кто-то еще подписался. Видать. Хорош. Ну, анимации опять не было, ну, что страшно. И это, ребят, я что хотел сказать-то? Ну, я не в хвальбу говорю это дело. Вы знаете, что я... Реально, король смертельных апперкотов. Как ни крути, ребят. Как ни крути. Многие ребята просто понимают, что там, да, я драться там. Я просто дерусь. Я не боксирую, я дерусь. Потому что все, кто подписан на меня, они знают, что я в шоколаде. Что райское наслаждение всегда со мной было и будет. И кто бы что там ни говорил, вы, друзья мои, дорогие мои друзья, подписчики мои, вы все в шоколаде, вы понимаете, вы все любите просто драки. Это не означает, что прям мы что-то там хотим там что-то понимать конкретно в боксе, там не обязательно. Мы любим драться, все.
мы деремся. Мы просто деремся и все. Нам нравится драться и драться. И все это, к чему я говорил, уже подзабыл немножко, ребят. Но мне, представляете, ребят, мне, короче, вот эти два дня голову отшибали моим боксером, конечно. Но я чувствую, это прям на меня подействовало, ребят. Что-то у меня немножко с памятью плохо. Короче, в Дискорде я начал говорить про, короче, про шоколад, там, короче, ну, про Марс, то, что у нас по скидке, короче. Я вот брал Марс 200 грамм. Конфету Марса, короче, ребят, появились. Я, короче, сначала как захожу, короче, в магнит. И такой, думаю, получал ельцы, короче, сигареты вот такие. Ну, забиваю табак я. И заодно захожу в магнит, короче. Думаю, смотрю. Ну, такой сначала думаю, то ли баунти взять по скидке, короче, 55 рублей килограмм. Ой, килограмм, 100 грамм. Не, они по скидке 59, короче, так они чем 89. Ну, это по 100 грамм они пишут, короче, килограмм, вы знаете, 890. Короче, ну, я брал баунти и сникерс, короче, ребят. Ну, всегда по скидке когда только. Потому что не позволяет мне так. Слишком дорого для меня, ребята, слишком баунти. Несмотря на то, что я король смертельных апперкотов, я должен себе позволять эти есть шоколад, потому что без него никак нельзя. И, в общем, короче, я там пишу в Дискорде все. Короче, что я зашел там, так и так. Ну, сначала я наложил сникерсы. Потом такой думаю. Думаю, такой, ну, в пакет наложил там развесные. И это такой. Потом раз увидел, короче, там коробка. Ну, как коробка такая, знаете. Корзиночка. Там Марс лежит. Ну, там очень мало уже было, конечно. И вот я все это описываю, короче, и говорю. То, что он. Курить плохо, все это, ребята. Мы боксеры, выпивать тоже нам не надо. Мы, короче, как спортсмены, пусть мы на компьютере играем, но все равно нам надо себя держать в форме, есть шоколад. И вот этот погнал про конфеты, короче. Ну, в общем, я, короче, вываливаю обратно с пакета, соответственно. Ну, думаю, я чё? Надо Марс, конечно, был по 69. Ну, скидка небольшая была, короче, ребят. И я все равно вберу себе в пакет, накладываю 200 грамм, где-то приблизительно вот так наложил я, короче. Я думаю, что я себе не могу позволить. Сейчас вот 200 грамм взять. И, короче, я наложил и пошел. И, в общем, короче, я там все писал, потом что-то про бананы вспомнил. Бананов что-то ночью захотелось. Они 160, сейчас, нет, 179 рублей, короче, килограмм у нас, прикиньте, ребят. И, в общем, это. И погнал, короче, там. И вот и сегодня смотрю, короче, утром мне уже заблокировали. Ребят, прикиньте, как обидно мне стало. Я же никого не оскорблял, ничего. Я просто там про, ну, шоколад писал, что шоколад надо есть. Это хорошо, это неплохо. Ну, в общем, я объяснял, короче, и нарвался, короче, на... Короче, заблокировали меня. Все, я такой подумал, вроде как и обижаться, что. Я такой думаю, ну и все, и тогда в Дискорде я больше не буду писать, потому что... Там, ну и там бывает, там я типа сумасшедший. Ну, в общем, ладно. Не суть, короче. Пусть без меня там тогда переписываются, как хотят. Меня там тоже никто не долюбит, короче, я так понял, ребят. Там есть у меня крутых два друга. Да-да, крутых два друга есть, правда, ребят. Даже один мне хотел свою видеокарту прислать, прикиньте, ребят. Ну, как он, хоть если получится, конечно. Он за границей где живет там. И вот такие дела, ребят. Но это еще было, знаете, когда вот это вот обновление немножко вышло, и немного было не очень, короче. И, в общем, сейчас все нормально, управление пошло опять. И видите, ребят, как, короче, вот этот патч, наш дорогой там разработчик, Аймбот у него псевдоним, короче, и вот. Он выпустил патч всего лишь, ребят, на 200 с лишним мегабайт. Он все то запхал, короче. Все, что можно, и все исправление, там страшное дело. Да, онлайн, конечно, еще вылетает, там в 11-м иногда раунде, 12-м там. Но он все сделал круто. Это было шикарно. Просто, видите, ребят, у меня просто бои пошли, короче. Я тоже расстроился, ребят, думал, все, видеокарта, конец. Не годится она больше. Она еще может, ребят, она еще может, видите.
Вот тебе 1050 Ti, вот тебе, пожалуйста. С 4 мегабайтами всего, ребят, память. Конечно, мне 12 хотелось, я вобавить 3060 хочу. Ну это ладно, это другая история. Там. Опять надо бабло набирать. У меня есть 40 баксов. Там. А надо там, сейчас сколько? 300 по-моему. Вот такие пирожки, ребят. Ну, если кто хочет, помогайте. Хочет мне поддержать. Вот хочет, чтобы я был постоянно в шоколаде, ребята, играл. Классно дрался с красивой графикой. Вы просто можете мне забрасывать на жизнь в шоколаде, ребят. Там есть ссылка в описании, донат. Донейшн, как это там называется, короче. Там любые средства, какие вы только можете себе позволить, и какие желаете просто. Не забывайте, ребят, потому что, видите, с каждым обновлением все равно моя видеокарта просто попадает в караул, и я даже записываю. Ну, сейчас вот хоть запись идет у меня, а то я даже, ребят, не мог записать, короче. Очень много у меня уходило, короче, на запись вся эта видеокарта полностью просто. Короче, все медленно было, страшное дело, ребят. Не, красивые, все, ладно, я не буду об этом, сечки красивые, ребят. Тут что-то я погнал какие-то камфи. Короче, это же не реклама, вы сами понимаете. Просто то, что я, чтобы быть всегда в шоколаде, обязательно 200 грамм, ребят, съедать конфет, не забывайте об этом. Ничего страшного, это не будет никакого диабета, кто-то писал там, говорил. Все это нормально, все нормально, просто 200 калорий, там 200 грамм, там калорий сколько-то написано даже. Так что ничего страшного, ребят. Же по желанию, если у вас есть хорошие зубишки, вы можете брать сникерс там с орешками. Если у вас с зубишками проблемы, короче, тогда берите Марс. Они чуть подороже там. Не, ну тоже берите по скидке, если, конечно, у вас есть возможность. Я рад за вас, что если вы можете без скидки брать, конечно. Это круто. Так, ладно, все, погнали драться. А то что-то я, ребят, я что-то заноситься начал. Ну, это я так просто привелся с вами, то, что мне в Дискорде заблокировали. Это просто обидно немножко все равно стало. Я никогда никого не оскорблял, это не мое, ребят, я не люблю это делать. Ну, так, если, может, там, могу иногда матом ругнуться, там, да. Ну, это опять же просто, ребят, без обид. Никогда никого я не хочу обидеть. Все мы по-своему хороши, короче, все по-своему. Ну, у кого-то нервишки, да, там, ребят. У кого-то слух режет, там. Бывает плохо, бывает в канализации я сижу. Нет, я не в канализации сижу, ребят. Я иногда просто в погребе залазим. Сижу там. Так что все нормально. А ладно, что я погнал опять, Фил. Все. Не, я вот, ребят, единственное то, что хочу про дамаг сказать, это реально. Хотелось бы, конечно, мне бы хотелось, чтобы дамаг был 1-1. Вот я думаю, будет самая тема. Все-таки 1.4 тут есть, 1.4 почти, 1.3.8 где-то так. Я прям чувствую, ребят, я вам говорю, потому что я играл во все сборки, то есть, как они называются, ну, буду называть их сборки, ладно? Ежемесячно они практически выходили, это последний вот с сентября до декабря не было. О, Холмчик тоже уже разбит. Не, круто, Холмса сделали помедленнее, потому что действительно он слишком мобильный был, ребят. Ну, играбельно, хорошо. Дело в том, что вот дамаг, надо бы дамаг немножко сократить все-таки, все равно. Чуть-чуть они преувеличили, ребят. Хорош, по печеночке. Я вам покажу все равно, если даже вылет будет, потому что в основном бывает такое, ребят, в 11 раунде вылетает игра. Хорош. Бывает 11 или 12 раунд вылетает. Но я все равно считаю, что более стабильно стал онлайн, ребят. Вот дамаг, если бы 1-1 сделать, то вообще было бы красота. Это слишком преувеличено. Но многие там довольны в Дискорде, поэтому ладно. Раз им нравится, пусть так будет. О, хорош.
Так что вот такие пирожки. А так все прикольно, ребят. Сейчас вот более-менее сейчас ребят начнут драться. Не, есть, конечно, попадаются какие-то странные. Вот у меня вот эти. Особенно, когда вот ты находишься на уровне вот Undisputed, ребят. И тут как игра называется Undisputed. Так тут, по-моему, последний вот этот уровень Undisputed. Все-таки на голде играл я. Ух, какие там ребята. Я никого не хочу ничего обидеть, просто. Там не было такого вот дрочего, чтобы там что-то прям, как будто реально корову проигрывали. Хорош. Ух, далековато, далековато. Ну, прикольно, короче. Ух. Есть небольшие проблемы все-таки онлайн, конечно. Но вот эти еще с вылетами. 11-й, 12-й бывает раунд вылеты. Если ты доходишь до этого... Извините, пожалуйста. В общем, такие дела. Итак, тем временем у нас 10-й раунд. Чайный пакетик пошел. Или что он делает, я не пойму. Чего он хотел этим показать. А еще им не нравятся, ребята, эти симуляторщики, короче, я их буду так называть. Без обид. Просто. Они, мол, ой, надо ограничения снимать. И на выносливость. Ой, вы будете как мешочки ходить потом. Найдутся ребята такие, которые вас просто будут вносить. Сейчас вот придут сейчас сюда ребята, которые у нас, вы знаете, многих я не буду их называть. Если хорошо играют. Если сейчас тут все будет красиво, со временем вот сюда многие ребята вернутся. И они их будут как мешков долбить, и они потом убегут с этой игры, будут плакаться, что, мол, это не по-настоящему. Это вот они сейчас храбрецы, пока тут мы все слабенькие играем, такие, ну как любители подраться прям. Хорош. Так что вот так вот, ребята, это эти, они все якобы крутые, думают, пока тут такие играют игроки, как я вот так, в основном. А сейчас появись сюда, хорошие зайдут, и они, если уберут вот дамаг, да? Ой, и дамаг, конечно. Ограничение сейчас 39-38 ограничение стоит. То есть на стамину. Сейчас, если они ограничения разработчики снимут, и вот этот подправит еще тут, и начнут тут вот, приходить сюда крутые пацаны, они будут их щелкать, как семечки, ребята. Они будут потом плакать. Вот эти вот, какие сейчас якобы крутые. Хорош. Ну, бывает такая анимация, никуда не денешься, ребят. Ничего страшного. Ну, в общем, я все рассказал, ребят, что хотел, ладно. Если что, там, вы можете просто выключить звук. Кому не интересно. Так что вот такие пирожки, ребят. Блин, у него сечка. Интересно, какого у него уровня. У нас первого. Итак, тем временем мы 10 раундов прошли. Ребят, я хоть поговорил еще немножко, то я что-то вчера. В Дискорде. Я в Дискорде вчера просидел, короче, до 3 часов ночи. Вообще. И как правильно назвать 3 часа утра, в общем. До половины третьего, короче. И вот это там разговор, вот эти все, переписка пошла. И в итоге сегодня утром смотрю, я в 8 встал, короче, захожу. Что-то прям мне немножко, да, ребят, на грусть накинуло. Хотя вы знаете, что я такой просто парнишка. Постоянно в шоколаде, в райском наслаждении. Я, в общем, такой, не паникую особо никогда. Ну, а тут вот, ребят, прям слезу пробило. Я думаю, ребят, если вы... Ну вот мои подписчики, они, раз они на меня подписаны, значит я им все-таки нравлюсь, поэтому они, думаю, послушают. Так что вот такие пирожочки, ребят, хорош. Ну чувак уже это, чуваки потихонечку обучаются. Не вот эти два дня, какие были страшные, ребят, там было такие, короче. В общем, без этого бились. Не смотрели нифига, ни на чего, просто летели, как вот, знаете, в настоящих таких блокбастерах, где просто бьешь там, короче. Не жалеешь ни себе твою голову, ни чужую, короче. Там страшное дело, ребят, там вот реально было страшно. Я вам честно говорю, последнее вот, какое вчерашнее видео я записал, там
Вы много скажете, что я часто говорю, очень страшно было. Не, ну ребята, вот это было реально, вот эти две игры были очень страшные, ребята, по-настоящему. Еще таких страшных дней не было, просто страшно. О, блин, как красиво. У него анимация. Как она мне понравилась, Ларри Холмсик. Кстати, тут есть обманочка. Сейчас. Он просто отдыхает. Ну, что-то у нас с анимацией вообще никак. Ларри Холмс что-то не хочет на анимации показаться, что он упал. Стал, молодец. О, в мини-играх сейчас стали, кстати, ребят. Прикольно играть. Уже встают прям часто. Никогда этого было там просто. Жестко, жестко. Не, ребят, вот здесь кровь. Я не буду сейчас говорить про какую игру. Но вот там кровь просто мыльница. Там вообще пиксельно, как бы все смазано, страх. Здесь, смотрите, кровь какая. Прям настоящая, ребят, как будто. Просто набитые морды до такой степени, что ребята просто расстроены все. Сидят, вот их видно, что он расстроен. Посмотрите на его глаза, какой он расстроенный. Ребят, он очень расстроен, он просто напуган очень сильно, ему больно. Я ему верю, ребят, я смотрю на него лицо, я ему верю, если честно. Если честно говоря, я ему верю, правда. Я верю, что ему больно, что ему грустно, ребят. Вот вылет. Но бой все равно прошел неплохо, пусть в 12 раунде. Но вот это вот такие вот моменты, к сожалению, постоянно, когда, если вот, допустим. Сейчас вот еще можно перематывать, вот, видите. А у него, глянь, сотка. У нас 109. У нас 108, 109, 100... На 108. Хорошо, хорошо. Парень, у парня, смотрите, ребята, 800 побед. Ой, 800 боев. 806 боев, нифига себе. 806 побед и 710 поражений. 15 ничьих. Класс, класс, молодец. Прикольный парень. Надо его сохранить это. Картиночку это прикольный бой. Вот такие дела, ребят, я вот с вами поделился сегодня. Бой, правда, затянулся, но он тут все равно вот сейчас опасно, очень резко. Все очень страшно, потому что можно просто нарваться конкретно. Поэтому сейчас будут в основном все аккуратно. Первые два дня все никто ничего не соображал. Так что вот такие дела.